маринована свиная желчь. Это для суставов, у меня болела челюсть. Так, желчь сюда. Было компактней. Алексин я тоже купила когда-то, но я его не принимаю. Я даже хотела некоторые поддавать лекарства, но не знаю куда. Хелпекс мазь. Ну, это хорошая мазь. А ну просто когда заболеешь, так удобно, когда у тебя все есть. Аскорбинсульфат, типа витаминка. Трахисан, таблетки для горла, контекс, тоже для горла, вуинда. Больше всего у меня угля и презерватива. Фуцис тоже кому-то отдать, да, не знаю. Сроки хорошие. Так, это йод. Ставим. Это уголь, одна таблеточка, анальгин опять же, опять витамины, вернее не опять, а я прятала сюда. Ну, это стекло надо выкинуть, бин. Хотя стекло может и пригодиться. Гинекологическое стекло. Они когда-то мне продали отдельно. Так, это стенок выкинуть. Уголь. Спазмолгон. Фосфальгель. Немножечко. Аскорбин. Люкс. Вот для горла. Водяный перец. Перекис воды надо. Так, какая-то физика. Это что у нас такое? Энторол, энторол. Что это за энторол, я уже не знаю. Здесь, наверное. Вообще не знаю, что это за энторол. Чья от желудка, чья от уголь. Чи как уголь, я не знаю. Надо почитать в интернете, что за энторол уголь снова. Опять фосфальгель. Так, все что у нас уже выкинуть надо. Ой, деквадол и презик снова. Я же говорю, что презика уже. Ну, это как средства, что уже. Медицинский. Парацетамол. Разные у меня парацетамолы есть. Что у меня тут на столе? Хлорофилит. Это от горла. Ну, вот такая у меня аптечка. Приятная. Если там. Ой, камера нагрелась. На солнышке. Короче, если что-то, так все у меня есть. Я так привыкла всегда запасаться сама. Потому что рассчитывать на кого-то не приходится. Так, набир бактерицидный. Еще у меня есть вот эти вот. Кстати, пластырь. Все, коробки надо повыкидать. Так, теперь у меня тут на этой полке канцелярия. Я такая еще художница. Раскупила эти краски, кисточки. Иногда хочется что-то. Карандаши. Так, это уже надо выкинуть. Это я купила набор, типа, ну, для макияжа, но оно говно. Так, гимно, клей, ну это я не знаю, куда мне положить. Ну, пока положу сюда, а потом
потом просто переложу на эту полку. Так, это моя фотка. Не знаю, фотки сюда, наверное, послаживать. Это краска. Это тоник. Ее надо продать. Так, это Киевстар. Выкинуть. Клей ПМА. Опять же брезик. Так, какая-то визитка. Их в одну сторону буду бросать. Как это бантик. Для волос. Это такая заколка тоже. Сюда наверх положу. Так, ножницы. Пластырь. Так, медицинскую. Отсек медицинский. Ну, это штуки для ногтей. Их уже можно выкинуть. Хотя можно не выкидывать. Пускай еще полежат. Так, это куча визиток всяких разных. Надо их сюда. Так, копейки русские опять же. Так, сюда. Бинт открытый. Сюда положим. Видите, как долго занимает? Это я в 24 года. Не знаю, видно тут. Такая тёлочка. Визитка. Это копилка моя. Не знаю. Надо её продать. Всё продать. Штуки для украшений. Ну, типа для костюмов восточных украшений. Ну, это я тоже продала, конечно. Когда я это все продавать, конечно, буду, я не знаю. Так, это мне племянница делала резиночку, но она уже разлезлась. Думаю, что уже ее хранить не стоит. Так, это чеки на покупку. Аксессуары для мобильного телефона. Термос. Ага, это на термос чек. Уже такая старая фотка, ее надо порвать. Это уже выкинуть, это выкинуть, это мышка, копейка, скотч. Ага, вот у меня тут еще копейки. Я бы, кстати, тоже продала. Ну, в смысле, советские продала. Советские у меня есть, не русские. Русские же, это ж смешно, это ж не продашь. Так, это помог, зажигалка, скотч сюда. Это эпиледж для депиляции. Я еще купила и не пользовалась. Так, это... Иголки с... Ну, я их выкину, потому что они такие мелкие, они мне не нужны. Опять же визиток куча. Уже целая стопка всяких карточек. Помада.